Мы не просто так встретились на вокзале. Нам суждено было найти друг друга. 6 утра. 1:30 ночи. Все в порядке? У меня сумку украли. У меня 80 баксов. Тебе куда ехать? Не надо мне помогать. Что будешь делать? Если хочешь, номер снимем. Не поняла? Нет, 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 нет. Господи. Не для нас. Для тебя. Найдем твою сумку, попадешь домой, а я стану героем. Ну что, устроим себе приключение? Одна ночь. Уверена, мой муж будет благодарен тебе за помощь. Кажется, тебе кое-чего не хватает. В каком смысле? Нет обручального кольца. Просто говорю, что вижу. Возвращайся к своим планам до того, как я испортила тебе всю ночь. Ты ничего не портила. Может изменить жизнь навсегда. Какая у тебя блестящая труба. Купил с блестящим кольцом для невесты. Не хватает машины времени. Давай попробуем. Что бы ты себе сказала? Никогда не приезжай в Нью-Йорк. Но тогда ты не встретишь меня. Я пока не решила, насколько оно мне надо. У тебя было когда-нибудь чувство, что человек сыграет в твоей жизни огромную роль? Да. Крис Эванс. Элис Ив. Можно встретить идеальную пару, даже когда находишься в отношениях. Любви не прикажешь. Отстой. Как худшая ночь в моей жизни вдруг стала лучшей? Прежде чем мы расстанемся. Главная прелесть картин в гостиницах в обратной стороне. Мне пора, шлюхи пришли. В этом номере лучше ничего не трогать.